и лисица. Лиса крестьянину однажды говорила: «Скажи-ка, милый мой, чем лошадь от тебя так дружбу служила, что вижу я всегда она с тобой? В довольстве держишь ты ее и в холе, в дорогу с нею ты, и часто с нею в поле. А ведь из всех зверей едва ли она не всех глупей». «Эх, кумушка, не в разуме тут сила!» — крестьянин отвечал. «Все это суета! Цель у меня совсем не та. Мне нужно, чтобы она меня возила, да чтобы слушалась крута!